обсудим основные направления дальнейшей работы, соответствие запланированным общепрофилактических мероприятий критериям относимости к задачам комплексного плана, направленным из аппарата Национально-антитеррористического комитета для того, чтобы вывести работу всех территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления, входящих в число соисполнителей комплексного плана про действия идеологии терроризма на совершенно другой качественный уровень.